идет бесплатно. 18 апреля 2014 года. Подсолнечник, Ульяновская область, Новомлыклинский район. Урожайность порядка 20 центнеров с гектара. Апрель. Даже 25, да, есть, думаю? 25. Нет, 25, может быть, нет. Это что они круг сделали, я думаю. Ну, 20-20 есть. Подсолнечник достаточно чистый. Выбирается легко и хорошо, и непринужденно. Влажность, наверное, процентов 10. Интересный опыт, да? Может, как молдаванам повезло, что ты рассказывал. Да.